Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку. Выставочный комплекс Ирарта. Здесь прошла выставка «Архитекторы сновидений». Я даже по этому поводу что-то попробовал сочинить вот эту музыку для оформления. Такую, мне кажется, что она даже подходит. Так, немножечко. Вот как написано. Они в анонсе. Видеоарт, инсталляция 16-го международного фестиваля анимационных искусств «Мультивидение». Здесь представлено 18 произведений от художников из разных стран. Уже 8-й год в конкурсе фестиваля существует номинация «Лучшая видеоинсталляция», которая создана специально для анимационных работ, которые ближе к живой картине, скульптуре или декорации, нежели к кино. Финалисты конкурса 2018 года – это 18 произведений видеохудожников из разных стран, представленных в экспозиции. Видеохудожники Танжэнь Дуань, лабиринт Ноуми на Китае, Мирая Мидзуэ, пространство сновидений, Никита Диакура, Германия. Также здесь представлен художник Борис Лабе, Франция, со своей новой работой «Падение». Виржин Китон, Франция. Тасманийский тигр. Донато Сансони, пятно, итальянец. Экспериментатор Франсуа Фогель, Франция. Медиативный Ханс Оп, Дебек, Бельгия. Ну и различные другие художники. Вот посмотрите, собственно говоря, здесь, мне кажется, какие-то комментарии излишни. Надо просто смотреть, нравится или не нравится. Некоторые видеоинсталляции мне понравились. Действительно интересно посмотреть. Некоторые просто я не понял. Спокойно прошел. Вот. Поэтому посмотрите, составьте свое мнение. Это же интересно смотреть на какие-то такие вот картины, инсталляции. Это же делали люди. Они же, значит, что-то хотели сказать. Ну, собственно говоря, много говорить не буду, потому что говорить я не знаю, что говорить. Посмотрите, пожалуйста. Вот такая выставка прошла в Ирарте на Васильевском острове. Называется «Архитекторы сновидений». Все, всем пока, всем привет, до свидания. Всего хорошего. We'll be right back.